Итак, доброе время суток. Опорачиваемся. Сразу скажу, у нас 11 октября, город Таллин, 11:35, 6 градусов тепла. Для меня это супер погода, мне нравится такая. В этом году с осенью нам повезло, деревья еще не опали полностью, температура стоит довольно-таки нормальная. Для половины октября довольно-таки нормально. Холодов таких еще и не было. Они, может быть, и были по Эстонии, я не чувствовал. Говорю-то за себя только. Так, что-то еще хотел сказать. А сказать я хотел то. В жизни у каждого человека, наверное, происходит что-то не то чтобы особенное, а постоянно что-то происходит. Что если бы у человека было бы все так монотонно, однобоко, то и жить было бы скучно. Когда человек заканчивает школу, какие-то он там планы себе строит, делает, идет учиться, мечтает стать, наверное, незаменимым в этой жизни. Ну, по большинству, некоторым вообще по барабану. Кто-то со школы знает, кем хочет стать, кто-то в процессе жизни себя в какую-то ограночку ставит. Я вообще, наверное, никогда ничего не думал, как, что, кем буду работать. Была одна мечта, пошел учиться. Когда закончил, эта мечта уже исчезла. Учился на другое, третье. И только где-то последние лет, наверное, 8, я вроде бы осознал, что я хочу. Занимаюсь этой работой. Но знаете, эта работа, конечно, я получил квалификацию по этой работе, заканчивал какие-то курсы. К чему я все это клоню? Я ж не просто так это говорю. Заканчивал какие-то курсы. Но все равно мне что-то не хватало. Не хватало, наверное, знаний каких-то. Но на моей работе эти знания никто не обязан мне был давать. Потому что если кто-то от чего-то меня начинает учить... Кстати, мы едем в район Ласнана. По осеннему Таллину. Пройду через центр. Да, как обычно, наверное. Никто не обязан давать эти знания в свое рабочее время тратить на меня. Да, какую-то информацию могут дать, но вот так, Денис, сиди и на тебе это, учи. Никому-то это дело нет, это не эти проблемы. И когда уже я чувствую, что в моей работе я дошел до того, что мне надо как бы идти дальше, наверное, развиваться, но не могу, потому что нету знаний, элементарных знаний, скажем, знаний компьютера. Если раньше я еще мог в году так 98-99 разобрать, собрать компьютер, заинсталлировать этот Windows, поставить, то сейчас я как баран на это смотрю, когда мне говорят, что там за IP-адрес, который типа проверить надо. Я говорю айтишнику, ты не матерись, говорю, ты объясни, что ты хочешь от меня. Ну ты что, не понимаешь, там пропинговать надо. Я говорю, ты матерщинник полный. Короче, это было где-то история года два. В конце концов, мне это надоело, и я решил рискнуть и по профилю поступить учиться. Благо, надо учиться не три года, а два только года. Да нет, ну что, сдал экзамены я. И вот уже неделю отучился. Какие-то знания дает государство, оно бесплатно дает. Поступил я в техникум. Поставил перед фактом, начальники не были против, в неделю, месяц надо учиться, все остальное самостоятельная работа по заданию. Что? К чему я склоню? Слева церковь Карли, а справа была остановка, где был бронзовый солдат. Как видите, деревья для октября, для Эстонии довольно-таки так красивенько все еще. Еще даже не желтый, я сказал бы полузеленый, во, оптимистичный. Не полужелтый, а полузеленый. Соответственно, времени у меня нету. Я думаю, что я не тоже буду заканчивать по съемкам Таллина, потому что у меня это не блог, ничего. Я просто езжу, вот как его, рэп, да, что вижу, то и пою. Изменения нашего города. Нашего, моего. Да нет, вообще города Таллин. Никакой политики здесь я на канале не терплю.
просто сугубо, кстати, ну, ну видите, трамвайчик. Кстати, два раза я проездил по написанном транспорте до техникума. Два раза. Больше не смог. Пересел на машину. Как его называется? Политики, значит, не терплю. Срача в комментариях тоже не будет. Просто город. Кому нравится, не нравится, смотрит, смотрит. Видео будет мало, намного меньше. Даже сейчас уже мне не хватает времени ничего делать. Потому что в машине я слушаю в основном теперь учебники. Благо машина мне это дает. На работу езжу, слушаю с работы. Вот сегодня решил сделать передых. Буду снимать, но будет очень редко. Потому что сейчас будет на носу уже Рождество, зимний Таллин. Конечно, в старый город еще не раз хожу, покажу. Он у нас, по-моему, не знаю, в прошлом году я даже зимний Таллин снимал или не снимал, не помню. Если даже и снимал, то немного. Покажу, как выглядит город с смотровых вышек, вышек, а эти, как его? Плац. Площадок зимой и так далее. Слева театр Эстонии, справа все Солярис, этот культурно-развлекательный центр. Для субботы машин мало, потому что обычно часиков 12 в субботу-воскресенье уже после 12 машин становится намного больше. Даже парковочные места есть свободные, не проблема. Соединенная гостиница «Вирус» с универмагом теперь. Сяди на хвост этому «Фольксвагену» Polo. Я сейчас проеду, значит, через Лагнате, канаву. Грипп у нас, вирусы ходят, как обычно, осенью. Все стандартно. Даже жизнь какая-то Европа стандартизировалась. Вот, блин, слово. Лето пролетело незаметно, как и у всех, так и у меня. Да и у меня же не особенный. Кто-то мне по Виберу что-то отсылает. Угу, окей. На чисто русском языке, окей. Ну, отвечу тоже, окей. Что-то еще хотел сказать. Что-то я хотел сказать. А, вот, 7 градусов тепла. Чем ближе к северу, тем теплее у нас становится. В районе Лоснами градусов 15 уже будет. По правой стороне сейчас будет отель. Отстроили, разломали старый. Ну, не знаю, Кунгла он назывался или еще как-то. Там было казино Олимпик, главная контора. Полностью разломали. Это гостиница напротив дома радио. И сделали сейчас новую. Сейчас проеду, покажу. Ну вот, совершенно новое здание, поднимайте камеру, не буду, сами понимаете причину. Теперь мне надо настраивать это. Хорошо, настрою. У нас сломали еще, разбили Министерство энергетики, что ли? Вообще не знаю, мне сейчас начнут еще там, ах, ты ничего не знаешь. Там мне вообще плевать, какое-то министерство было. Это между 19-й школы и высшей технической школой на перекрестке Ливалая, Пернуманте и Сур-Америка. Как-то, не знаю, было видео в Нарве, я, по-моему, там проезжал, там были флаги вывешены в честь какого-то дня. Я говорю, не знаю, какой день, и мне кто-то там отвечает с бывшебратского государства о том, что живу в Эстонии и не знаю своих дней. Господа, свои праздничные дни, государственные, красные дня календаря, я знаю наизусть, благо в школе я уже учился в эстонское время, меня этому научили.
А то, что у нас еще помимо этого 80 праздничных дней, в которые человек ходит на работу, но флаги вывешиваются, мне плевать на эти дни абсолютно. Даже запоминать не буду. Есть у нас там, по-моему, 12, 13, 14 выходных в августе, в декабре, в январе, в феврале. Что там было еще? Май, июнь. Все. Меня больше не волнует, потому что если в эти дни я иду на работу, я получаю бабло в два раза больше зарплату. А остальные дни меня просто не интересуют. День там Литвы, Латвии. Какое дело это ко мне имеет? Вот если тут живет гражданин Литвы, в Эстонии, и день Литвы, я понимаю, не знаю ему. А мне это как-то все равно. Так, значит, что, подвожу итоги. У нас канава. Видео будет меньше. Точнее, уже не больше того, что я сейчас делаю про Таллин. У меня, кстати говоря, осталось очень много видеофайлов об обратной дороге Молдавия-Эстония. Там интересные есть переправы через речки венгерские, напоромные, где человек вручную у меня их переводит. Если кому-то интересно, могу это склеить, поставить, несложно. Если есть интерес какой-то, в любом случае я эти файлы буду загружать на YouTube, блокировать только для своего личного просмотра. Кто захочет, скажут, я открою эти файлы, не проблема. Там у меня Буковина, точнее румынские Карпаты, уже не те, где Трансильвания, а именно со стороны Буковины. Потом у меня там есть Венгрия, граница румынско-венгерская, кстати, молдавско-румынская граница. Водная переправа на маленькой венгерской речке. Красивая Польша. Действительно, там это днем ехал, солнце светило, Польша красивая была. Нет, ну а так она красивая, наверное. Именно в горах имеется в виду. Все. У меня садится аккумулятор. Показываю там уже значок. Буду вырубаться. И на обратном пути поеду. Постараюсь не забыть и поехать через это министерство, которое у нас разбомбили. Покажу его и... Да и все. Так, короче, тема такая. Как обещал, разрушенное здание Министерства энергетики, я так думаю. Улица Левалая перед нами и прямо здание суда. Поехали. Сейчас будет перекресточек метров через 200. 150. По сути, вот где эти знаки синие, Перно и Рапла, это есть перекресток, а по левой стороне, о, даже первым стану. Значит, по правой стороне бывшая 19-я школа, сейчас Таллинская, это не смеясь, реальная школа, а вот там, значит, видим по левой стороне Таллинскую техническую школу, а здесь, сейчас мы увеличим. Вот здесь стояло здание. Нету. Сломали. Украли. Ломали его быстро. Даже удивительно, что в них было вставлено окна дорогие. Давно, не помню, когда. Все с окнами ломали. Может, что там снимали, не знаю. Советское наследие и так далее. Будут что-то новое, наверное, строить. Новое, инновационное, в соответствии с 21 веком. Сейчас проедем. Ну вот, что горы какие-то остались тут. И котлован уже. Ух ты, уже что-то забетонировали, вырыли. Быстро все делают. Так, вот здесь стадион, куда ходил я, когда учился в 19-й школе. Не знаю, кто-то ходит туда еще или нет.
проверим, а не проверим, а посмотрим цены на бензин. Вижу, что вдалеке горит. На сегодняшний день цена 95-го 96 центов европейских. Прошу обратить на это внимание. Проедем район таксопарка, не район таксопарка, а торгового центра Кристины. И буду дома уже. Вот такой вот у нас день. Солнечный, сентябрьский, Вот вру, октябрьский, естественно. Хочу показать деревья, что не зеленые. Что-то я лоханулся, газик не нажал, и сигнал не дали. Какие нетерпеливые и горячие эстонские ребята. Ну ладно, ладно, спасибо. Надо быть терпеливее. Толерантнее, я бы даже сказал бы. В конце концов, в Европе живем. Вот смотрите, еще раз покажу. По правой стороне... Да нет, не покажу, потому что хотел показать, как пропускают в этот ряд. Ну, загорелся один зеленый свет, и я смог просто так сюда заехать. Постоянно вот этот ряд идет общественного транспорта, и тут на поворот уходит буквально машин 5-6 помещается. Я проезжаю параллельно, встаю обычно, потому что туда не помещаюсь, а на правила на дорожное движение нарушать не хочу. Становлюсь в левый ряд, иду потом по линии общественного транспорта, показываю правый поворот, и меня обычно пропускают. Даже первым иногда вылетаю вот на, уже на улицу Эндла. Ну, не, я говорю к тому, что все нормально, адекватно. Ой. Короче, что я хочу сказать. Всем добра. Осторожно на дорогах. Мира, добра и безопасных дорог. Вот так, что ли. Видео, я еще сказал, будет очень мало, но будут.